К 65-летию образования края планируется выпустить компакт-диск с записями кубанских поп и рок-групп. Без сомнения, это своего рода музыкальная энциклопедия сразу станет сенсацией. Смешение стилей и направлений на одном компакт-диске, пожалуй, происходит впервые. Проект будет поддерживать радио Хит ФМ, рассказывает Валерия Мастрюкова. 100 городов мира. Так называется проект международной некоммерческой организации с одноименным названием. В его рамках выходят компакт-диски с песнями местных рок- и поп-групп. Участниками проекта стали Минск, Калининград, Санкт-Петербург и швейцарский город Лугана. Выпустить такой диск планируется и в Краснодаре. Опыт перечисленных городов показывает, что музыкальная энциклопедия в MP3 формате интересна и меломанам, и историкам культуры. Идет эпоха синтетики, смешения. То есть мы немножко опережаем время. Мы показываем, какая прекрасная мелодика. Не от стиля или жанра, который выбран, а от того порыва, который внутри художника. То, что компакт-диск получится весьма эклектичным, генераторов идеи не смущает. Они говорят, что это как раз то, что нужно слушателю. И кругозор расширяет, и не так утомительно. Но самое главное – это ново и интересно. И обратите внимание на таксистов. Они же крутят ручку в поисках хорошей мелодии. Если она играет в стиле рэп, например, хорошо, он ее слушает. Определять музыкантов, достойных войти в историю местной поп-культуры, организаторы проекта будут весьма традиционным способом по качеству исполнения. Имена участников станут известны в середине сентября. Музыканты, конечно же, волнуются. Но в любом случае рады. До сего момента ими всерьез никто не занимался. Дорогу приходилось пробивать себе самим. И вела она, как правило, в Москву. Люди, которые достигли определенного уровня, они видели, что в Краснодаре делать нечего. И в основном почти все, кто что-то уже мог бы, чувствовал себе уверенность какую-то, уже покинули наш город. Предполагается, что компакт-диск выйдет ограниченным тиражом, всего в 1000 экземпляров. В Калининграде и в Минске он сразу же стал раритетом. Организаторы проекта «100 городов мира» от кубанской столицы особенно пристрастны, и на это у них есть свои причины. Мы с Арсением как бы душой болеем за Краснодар, потому что мы сами выходцы отсюда. И неважно, где мы живем сейчас, там, но это наша родина, и хотелось бы очень, чтобы Краснодар вошел вот в эту вот сокровищницу мировой музыкальной культуры. Валерия Мастрюкова, Александр Шаров, вторник, неделя.